Эхо экологического скандала вокруг Volkswagen докатилось до Китая. Министерство охраны окружающей среды КНР объявило о начале расследования в отношении немецкого автоконцерна. После того, как обнаружилось, что программное обеспечение машин с дизельными двигателями занижало данные о выхлопах, Volkswagen отозвал миллионы автомобилей по всему миру для исправления дефекта. В Китае отозвано 1900 машин. Всего в прошлом году Volkswagen продал в этой стране свыше 10 миллионов автомобилей. Но Пекин заявил о своей глубокой озабоченности, и это может нанести удар по репутации Volkswagen в Китае, который остается крупнейшим рынком сбыта для компании.